Bakı təkcə sivilizasiya və dinlərin kəsişdiyi şəhər deyil, həm də onların qarşılıqlı mövcud olduğu yerdir. Hamı bilir ki, dünyanın heç bir yerində Bakı Humanitar Forumu kimi tədbir keçirilə bilməz. Bunun çıxışında Rusiyalı tarixçi və politoloq Oleq Kuznetsov deyib. И могу сказать, что раз от раза, год к году, улучшается качество организации и улучшается качество участников данного международного научного мероприятия. Это очень и очень отрадно. Очень долгое время, по крайней мере, на третьем форуме, абсолютно конкретно можно было говорить, что это политическое мероприятие. Это мероприятие, которое связано больше с представительской функцией. В настоящий момент, сегодня, это мероприятие, на которое собрались профессионалы. Мероприятие, где царит дух понимания, где нет никакой политической конъюнктуры. И что самое главное, все понимают, что в каком-либо другом месте, в каком-либо другом государстве, в каком-либо другом городе такой форум пройти не может. Действительно, Баку – это не только стык цивилизации европейской, мусульманской или христианской, мусульманской, но и это место их диффузии, взаимопроникновения –